В хорошую погоду и с настроем на победу студенты разных факультетов БГУ собрались поиграть в лапту. Она равноценно развивает все 5 физических качеств. По этому виду спорта проходят чемпионаты и Кубки России. Есть и профессиональная лига. Вот и множество студентов Бурятского государственного университета решили отдать предпочтение этой игре. Изначально у нас была идея. Затем мы уже проработали, собрали команду организаторов, опубликовали запись, пост новостной, разместили среди студентов БГУ, среди руководителей студенческого спортивного союза. Команды насобирались, желающих было больше, к сожалению, у нас всего лимит 8 команд. Но дальше у нас реализация гранта, и там уже будет гораздо больше команд и интереснее игры. В целом студенческому спорту в БГУ уделяется большое внимание. Ну, изначально я играл у себя во дворе, потом в лагере, и как-то этот момент потом, просто пропал из нашего района, из моего родного города. И сейчас, когда это заново начало реализовываться, я думаю, почему бы снова не начать играть. Первое место в соревнованиях по лапте осталось за студентами Института истории и филологии. Второе у ребят из Восточного. Третье осталось за учащимися юрфака. Андрей Слепнев, Анастасия Пронькинова, Жаргал Цариндашиев. Новости дня.